Пионерский салют и главный лозунг «Всегда готов». Сегодня 95 лет исполняется «Пионерии». Белорусскую республиканскую пионерскую организацию поздравил президент, а в Минске открылся международный слет школьников. Конкурс лидеров, соревнования групп поддержки, строевые песни представлены лучшие традиции пионерии. В гости к белорусам приехала молодежь из России и Казахстана. С особенной ностальгией к празднику относятся те, кто был пионером еще во времена Советского Союза. Многие уверены, что именно принципы этой организации, наизусть выученные в детстве, помогли добиться больших успехов. Каждое утро я помню с большой любовью этот галстук, значит, на доске гладильной гладил, чтобы он был, знаете, с такой подушечкой. Это действительно была гордость. Сегодня пионерская организация в Беларуси – это скорее не политическая система, но часть, наверное, идеологического поля. Через пионеру прививаются навыки сегодня быть просто настоящим патриотом своей страны. Сегодня в рядах белорусской пионерской организации свыше 650 тысяч детей и подростков. С 7 лет школьники становятся октябрятами, а с 10 получают значок пионера. И если со временем подходы к подаче главных идей организации меняются, то ее ценности остаются неизменными. Труд, добро и справедливость.